Привет, мы продолжаем прохождение Саботеур. В прошлой серии мы с вами ознакомились с прологом, теперь настало время встретиться с Люком где-то наверху. Здравствуйте, дамы, леди. Привет. Бонжур. Сюда. Ой, что ж они такие голенькие-то все тут, а? Мне чтобы приодеться хотя бы так. Подожди, а где тут наверх-то залезть? Я вот не по... Симпатичные леди. Ну ладно, а, вот. Могу шифтануть? Не, не могу шифтануть, ну ладно. Ну что, Люк, давай мне задание. Шан. Привет. Ты должен угостить меня выпивкой. База ноль, мой друг. Базара ноль. Ну, вы видели этот взрыв? Обалденно. Видел когда-нибудь что-нибудь подобное? Да видал, видал. Только раз, но это было давно. Мы только начинаем, дружище. У тебя талант к разрушению, парень. Мне кажется, мы раскрыли твое истинное призвание. Шон, извините, месье Годин. Я не знала, что вы знакомы. Только что познакомились. Встреча с вами — честь для меня, месье. Пожалуйста, зови меня Люк. Да, я прочитала все ваши книги. Не думаю, что ты пришел обсуждать литературу. Вы слышали о взрыве на топливном депо? Так это мы его бомбанули. Кто-то выбросил сигарету? Нацисты вне себя от злости. Они арестовали тех, кого подозревали в разжигании восстания. Шон, они схватили Виторе. Куда? Ла Вилет. Старая бойня. Пленников расстреляют. Нужно что-то сделать. О чем это мы? Я в деле за пенс и за проклятый фунт. Ну что, поехали. Выходим из Бель. Да, вот они, вот тут, честно, вот вижу сейчас на мини-карте очень много красных точек. Какого хрена вы тут вообще забыли, ребята? Любите с девочками отдыхать, да? Смотреть, как они тут танцуют. Ну ладно, ну ладно, так, нам надо в Ла Вилет освободить нашего друга Витто. Подозрение, шкала подозрения — это круг вокруг мини-карты, она указывает на степень подозрительности врагов в районе Шоуна под мини-картой. Это индикатор видимости. Он включен, если нацисты могут видеть Шоуна. Спасибо. Некоторое введение установка за забираться и с волыной в руках. Я понял. Уровень подозрений падает. Ну, это понятно, в принципе, все. Тревога. Ну, это понятно. Если она... полностью, то все. Мальнешь свидетеля, и это упадет. Это, ну, тревога, понятно, да? Это, ага, укрытие есть. Подозрительные действия на территории, с которой... А, я понял. Вспомнил. Запретные зоны. Понятно. Да, возьми это. С удовольствием. Как убрать-то? Идем. Как, блин, ствол-то убрать-то? А, на С. Сейчас за рулем спортивный Корино. Идем. Вот, блин. Как ты впутался в эту историю? Нацисты отняли все. Ну, бывает. Свобода, гордость. Я никогда не ценил то, что имел, пока не терял его. Вот. Честно, вот, как бы вот так вот сразу ствол давать и прям вот и, при... Поднимайте боевые самолеты. Прямо в Париже? Бомбят немецкие военные объекты в городе. Мои люди давали им координаты и цели. Боюсь, что у нас есть проблема. Да, это точно. По-моему, мы засиделись. Я собирался завязывать с виски. Да. Имею в виду то, что у твоего друга мало времени. Ла Вилет находится в списке британских целей. Боже правый. We need to get Vittori out. Do you have a book? Почитал я ваши комментарии и на тему вот этого черно-белого. Вот здесь остановись. Да все тихо. Типа плохое настроение у нашего главного героя. Кстати, да, это можно расценивать как это. Каков план? Сперва тебе нужно переодеться. Повтори. Сними этого солдата и возьми его в форму. Пятна крови могут выдавать, поэтому работай руками. Спите внутри здания вместе со стрелком. Передвигайся быстро. Британские самолеты появятся в небе с минуты на минуту. Где будешь ты? Я обеспечу транспорт и встречу вас в катакомбах. Скорее, иди!
Спасибо. Маскировка. Чтобы получить форму, убейте врага в рукопашном бою или бесшумно. Ну, я понял. Вы удерживаете F1. Спасибо. Угу. Ну, это понятно. В целом. Ну, в общем, да, по поводу комментария за плохое настроение можно, да? Можно считать то, что у Шона плохое настроение, когда это все черно-белое, а когда все начинается в цвете, начинается хорошее настроение, как вариант. И по поводу еще комментария насчет типа «фига ты грамотный». Это фигура речи, ребят? Что вы в самом деле? Я ведь и вправду всех победить могу. Победять. Так. Тут не вариант. Давай. О, гранаты. Гранаты, динамит. Нормуль. Отдыхай. Так, шмот переодеваем. Так, отлично, новый ствол у нас. Не фонтан, но потянет. Согласен, не фонтан, но потянет. Такс. Сейчас мы его аккуратненько, не спеша. Шатаем. Какая там кнопка? Дружище, отдыхай. Спасибо за патроны. Угу. Контрабанда. Бабосик. Так, там наверху вражики, 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 да? Внизу, да они тут везде, блин. Как бы мне бы... Да евпатий калавратий. Тихо. Надо сохранить маскировку. Так, у контрапупить его сейчас не получится. А поэтому мне надо как-то мансануть. Тихо. Молодец. Я аккуратненько, не спеша, блин, прохожу. Спокойно, спокойно, ты меня не видишь. Меня никто не видит, в радиусе нету ни одного врага. Тик, 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 тик. Ага. Все, завязывай. Отлично. Тихо. Он меня видит. А, наверху что ли, типы? Тихо, тихо, тихо. Лобысь. Чё? Кировка, ключ от камеры. Вот это разговор. Почему так долго? Открой эту чёртову дверь. Проститечки, что так долго? Не хотел. Шон, я знал, что ты придёшь. Они были готовы казнить нас. Как ты в это вляпался? Объясню потом. Этот бой ещё не окончен. Шон. Люк, насколько всё плохо? Пули не причинят мне вреда, но вот бомбы убьют нас всех, если мы не найдем укрытия. Сколько у нас времени? Нет времени вообще. Нападение уже началось. Хорошо, все в подвал. Нет, шевелись. Все вниз. Бежим вниз. Блин, где вход-то в подвал? А, вот здесь. Так, 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 так. Ныкаемся. Другое дело. И без моего участия поднялось настроение.
Только там танк стоит как бы целый. Никого это не смущает. Вдохновение. Героические подвиги Шона вдохновили людей этого района на борьбу с врагами. Эти перемены обозначены возвращением цвета данной округи. В цветных районах сопротивление сильнее и более активно. Спасибо за информацию. С кем мне поговорить? Mission complete. Дадите что-нибудь? Поговорить с Люком. Эй, Люк Бессон. Откуда ты взялся? Я шла за тобой. Я за это признателен. Когда я увидела последствия бомбежки, это было ужасно. Я думала, что все погибли. Что случилось? Приподнялся, хотя следовало прогнуться. Может, тебе стоит задержаться? Насколько плохо? Какой ужас. Ему нужны антибиотики. Я найду химика. Поставки антибиотиков жестоко контролируются немецкими войсками. Пойду потрясу нацистов. Можно получше. Видишь человека вон там? Это тот, который улыбается, как объевшийся сливок кот. Мок Сантес. Я видела его в Бель. Это черный рынок. Тут может быть то, что нам нужно. Пойду поговорю с ним. Ну, пойдем. Ну что, Сантос, общаемся? Ты Сантос? А кто спрашивает? Тот, кто не даст нацистам украсить стены твоими мозгами. Теперь ты окажешь мне услугу. Естественно. Что я могу сделать для тебя, друг мой? Антибиотики сильные. Понимаю, я достану то, что вам нужно, но это будет дорого стоить. Черный рынок тут очень развит. Что ты можешь предложить за медикаменты? Например, контрабанда? Что же еще? Утром продал бутылку редкого шампанского немецкому офицеру. Принеси бутылку мне. Для гурманов она стоит целое состояние. Ну, принести бутылку — это прям... Да. Это прям... Ну, в принципе, бутылка, если же не пустая, то тогда да. То она может быть полезной. Тут, кстати, танк больше не стоит. Ух, как хорошо. Так, мне нужна машина. Это факт. Машина здесь стоит. Мы ее, естественно, берем. Ренуар Крюзер. Поехали. Кстати, можно подорвать вот этих пацанов, но мне что-то пока не хочется. Я, наверное, подрывами вот этих всяких вот точечек маленьких займусь за кадром. Но если все-таки интересно посмотреть, как это все подрывают, то, естественно, оставлять свои комментарии. И вместе выделим серию, а то и парочку на вот такие вот приколюшки. На зачистку, скажем так, некоторых вот таких вот точек, чтобы они не бесили нас и не мешали в случае тревоги. Ага, нам надо бутылочку вот этого шампуньского спионерить обратно, да? Да без проблем, сейчас, сейчас. Кажется, они устроили там вечеринку. Надо забрать бутылку, пока он не открыл ее. Согласен, пой. Да. Заткнись. Поехали. Наверх, 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 наверх. Тихо. Да, спалюсь сейчас, да? Ну да. Нет. Да ладно, в последний момент. Охренеть. И прикинь, в последний момент не спалился. Так, 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 так. Ну что, прыжок веры? Фу! Долетел. Так, надо... Да. Тихо, спокойно. Не надо. Так, мне надо, мне надо, мне надо, мне надо, мне надо туда. Там есть лестница, поэтому спокойненько спускаемся сюда. Здравствуйте, леди, не желаете пообщаться? Нет, ну и как бы, ну и не надо. Поехали вниз. Угу. Что за зона подозрения только что? А, это эти. Ладно, воюем. Заткнись. Главное своих, это, ну, мирных жителей не убивать. Все остальное детали.
Тихо. Кто-то сверху меня валили, да? Да, быстренько. Это мы забираем. Укрытие, когда бежать, не лучшая идея. Используйте укрытие. Они показаны на миникарте ромбиком, но если... Прежде чем ехать к Сантосу, нужно оторваться от этих придурков. А есть что по стволам у них поинтереснее, кстати, мое? Нету ничего. Че за бред? Дайте что-нибудь интересное. Ну ладно, пошли, короче, заныкаемся. Заныкаемся, воспользуемся нычечкой. Ладно, без разницы, где мне запрыгивать, в принципе. Мне надо все равно быстренько-быстренько все это сейчас заныкаться. Так, используем укрытие. Да, отличная озвучка. Прекрасно. Зря тратишь время. Это да. Так. Так, тихо. Хватило чуть-чуть. Ну ладно. Так, мне надо как-то по фасту спуститься. А, вот же, смотри, есть балкон, смотри, сейчас на балкон. Отпусти, пожалуйста, Шоун. И жмых. Я вообще-то не это имел в виду. Ладно. А, тихо. Спустись, пожалуйста, вниз. Давай вниз. Благодарю. Опа, кстати. Да ладно! Пикаем. Прежде чем ехать к Сантосу, нужно оторваться от этих придурков. Я тебя забузгаю руками. Тихо, да тихо ты, да беги! Нормалек. Так. Ну этих пацков сейчас перебью. По бырику. Там по мне стреляет. Какое животное. Опа. Да ё-моё. Можно мне машину? Опять машину, поехали. Ходу. Нифига там чел дает жару. Тик. Ой. Ой, там пулемет, по-моему, на масотыкле был, да? Ну да. Выйди, пожалуйста, и убеги. Да беги, Шон. Тихо. Так, ребята, успокоились. Больше никакой тревоги. Так, беглец, получен бонус. Скройся от тревоги второго уровня 5 раз. Доступна возможность вызвать автомобиль для бегства. Отлично. По ходу дела бонусы открываем. Это хорошо. Нам даже спускаться-то не надо. Ну давай. Эй, человечище. Чувак. Эй. Вот. Muy bien. Наслаждайся своим бутылем. 1922. Это да. Какая удача, что этому немцу некогда было ее открыть. Получил, что хотел. То, что вы спросили у меня с собой. Говорят, что Сантос как почтовая служба. Всегда очень надежный. Ага. Твое здоровье. Погоди, ирландец. Работу ищешь?
Возможно, у меня есть работенка для человека с твоим талантом. Спасибо. Прости, я в отпуске. Возможно, у меня есть то, что тебя заинтересует. Когда освободишься, найдешь меня. Обязательно. Мой дом как раз напротив Бель. Принести Люку медикаменты. Ну, давай принесем Люку медикаменты. Это хорошо. Что? Серьезно, там что-то взорвалось? Ну, бывает. Так, ладно. Мне так кажется, все идет неплохо. Мадам? Принес лекарство. Его рана заражена. Заражена. Я останусь, пока он не встанет на ноги. Да. Тебе никак нельзя здесь оставаться. Нет, не получится. Вероника, я всего лишь забочусь о тебе. Так же, как ты позаботился о Джулсе? Нет уж, спасибо. Вот ведь, блин, а. Mission accomplished. Бонус открыт, беглец. Замечаточно. Так, а давай посмотрим, что вообще по бонусам у нас есть. Так, бонусы, бонусы, бонусы. Вот беглец. Мастер побега. Избегите тревоги третьего уровня. Возможность выбрать автомобиль для бегства в любом гараже. Ты можешь использовать укрытие при тревоге 4 и 5. Получи серебряный бонус. Полезно на самом деле, но не очень. Так, это что, сила... Ротетерора. Пистолет 44-го калибра. Доступен убийце танков. Понятно, неинтересно. Так, угу. Внезапного удара. Прикосновение. Так, это... Это надо оптикой убить. Это надо взорвать гранатами. Функциональность динамита. Это без проблем. Диверсия. Тоже без проблем. Беспредел это броска. Понятно. Разметать толпу. А, бросками. Я понял, что это. Гонка. Собери 5 гражданских машин. Так. Где у меня сейчас задание есть вообще? Так, стопэ. Посмотри журнал Шоуна. Не хочу. Так, у нас... А, нам же сейчас, по-моему, должны открыть гараж. Гараги должны открыть. И еще не сейчас. Ну ладно. Мы сейчас побежим на Ви. Выполним задание Ви. Ну и уже дальше там пойдем по сюжету. Правильно? Правильно. О, патроны, которые мне не нужны. Тут еще тачка бабахнула. Так, стоп, что, карабин был? Где карабин? О, карабинчик. О, другое дело. А то какую-то фигню мне, блин, подсунули. Какой-то пистолетик, блин. И, ну, МП-40, ну, как бы это понятно. Это нормальная тема. Ничья винтовка. Другое дело. Все. Мне бы, блин, тачку. Ну ладно, поедем на этой тачке. Рванет так рванет. Не рванет, ну, значит, повезло. Может, по дороге где-то новую найду. Так. Да, тихо ты. Такс. Ну, я знаю, куда нам ехать. Нам надо ехать в Бель. А давайте хотя бы это начнем. Немножечко побуяним. Хочу немножко побуянить. Так. Че, ты меня не видишь? Посел. Смотри, берешь. Вот и все. А динамита больше нету. Ой. О. Бонус какой-то, уничтожить, ага, скорость установки бабаха. Нормуль. Да ладно, вы даже не сагрились. Повезло. Блин, еще дирижабли летают. По-моему, у меня что-то от тачки отвалилось. Подожди, это мы сейчас едем в Бель, да? Ну да. Блин, задавить бы его по-хорошему, но что-то мне не хочется убегать опять от этих сирен ваших. Ага. Творческая работа полезна для этого. Это да. Перестрелка началась до бомбардировки. Подожди.
Внутри, да? А, это Виттере же. Виттере, точно. Никакого оружия в помещении. Как скажете. Я думал, что мы нашли убежище от шторма. Но, похоже, у судьбы другие планы. И как ты попался? Меня узнали. Я информатор. Знаешь, кто этот ублюдок? Имя неизвестно, но я знаю, что он должен встретиться с нацистским офицером Убель. Я последую за ними. Он привез нас прямо к стукачу. Да, это один из вариантов. Есть другая идея. Я просмотрел немецкую переписку. Если бы у тебя было то письмо и униформа немецкого офицера, ты смог бы найти этого Иуду до того, как он получит свои 30 серебряников. Там, откуда я родом, крысам платят свинцом. Найдите генерала Кляйба. Ну, пойдем искать генерала Кляйба. О, как раз тачка он есть. Поехали. Домино. Или домино, я не знаю, как правильно. Факт в том, что она выглядит управляемой и скоростной. А это то, что надо. Поэтому поехали. Так, это где-то... А, это же где-то здесь у нас, да? Ну, давай запаркуемся. Сейчас я продаю даже больше, чем до войны. Ну, красавчик, чё. Поздравляю, придурок. Так, найдите генерала. Генерал-то уже найден, по идее. Хотел бы я знать, зачем нужен обстрел из орудий перед... Генерал Клайд, ты куда? Игонь, фрити, френсвайн. Ты должен 10 франков. Ты должен заплатить мне? Я тебе столько удовольствия доставил. Ублюдок. Так, проследите за генералом. Без проблем. Так-то это, прикинь, как это стрёмно выглядит. Какой-то непонятный чувак выслеживает генерала. Тебя кое-кто ищет. Потом его мочит. И армия остается без одного генерала. Ну это как-то как минимум стрёмно. Наверное. И странно, как минимум. Потому что хрен пойми, какой чувак умудрился мочкануть генерала, который, ну, не, он же не простой такой, как бы, ну, генерал, это ж такое звание, что, ну, выслугой лет получаешь по-любому. А тут бабах и какой-то простой гражданский находит и шлепает Гену. Как так? Встал такой, красавчик. Да, Шон, самое время покурить. Курение вредит вашему здоровью. Красители и масла в любых объемах. Они кого-то казнили перед бомбардировкой. Я слышал стрельбу. Бывает, чел. Да ладно, чел, я стою, курю. Чё ты? Давай, генерал, иди отсюда. Поехали. Он, видишь, покурил, и он какой мощный стал. Вот ты где, ублюдок. Убейте предателя. Мерси. Выбираемся отсюда. Вот твоя награда, Иуда. Не трать все в одном месте. Так. Mission accomplished. Короткий запал. Я понял. Спасибо. Вообще без проблем. Изи миссия, ё-моё. Так, ну поехали еще, наверное. Тебя что там по времени? Ух ты, ё, уже время полчаса. Ну я думаю, миссию Сантоса мы уже выполним. Следующей серии. Мы, в принципе, неплохо. Мы обрели у нас новое бомбоубежище. Освободили Витторе. Теперь мы еще обзаводимся черным рынком, благодаря которому мы сможем закупать разные приколюхи, такие как бомбы, чтобы устраивать диверсии. Или как там саботажи. Ну и всякое вроде такое. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчик, выбирать все уведомления. Ну и до новых встреч. Саботеур и не только. Пока-пока.